Все, Олень, чай, и мы рассказываем, как мы сегодня... Бабушка сегодня опять не кушал, не кушал. Сегодня я деду кушал кашу, яйцо, всем привет, яйцо кушал, кашу, и яйцо, кашу, и яйцо, кашу, с чем? Малиной, с вареньем, и ел яйцо, яйцо. Ел и чай скупил. Потом бабушка пошла в магазин. Магазин купила. Потом я сразу покушала. Потом я бабушка мне купила что такое вот это. Что это? Бананы. Бананы. Что все-таки вот это должно быть к лицу. То, что вот эта часть ворсистая. Это ты сказали? Нет, это я. Я одел так, и прям все там у меня это самое. Подожди, вы разве не вот это к лицу надо? Ну, я считала, что здесь набор какая-то антиметрическая. Она ворсистая. А там не ворсистая. Ну, я ей пользуюсь уже 2 недели. Она, наверное, сфорсилась. Я одеваю вниз это, вот этот голубой внутрь. Давай, Леша, рассказывай, то сядет. Купили бананы. Сколько штук? Сразу говори. 3. Отлично. 3 штуки. Сколько стоит? 50 рублей. 50 рублей. Оценка? 5. Купили кабачки. Сколько стоит? Оценка? Сколько штук? Сразу оценка? Говори. 5. Сколько штук? Сразу 2 говори. 2 штуки. Отлично. Сколько? 5. Сколько? Штук стоит? Да. 25 рублей. 25 рублей. Оценка? 5. Купила огурцы. Тут много, не перечитаю. Очень много. Сколько? Больше 10, наверное. Сколько стоит? Сколько стоит? Да. Так, 20... Ой, сколько там написано? Дай посмотрю. 100 рублей, что ли? 113 рублей. 113 рублей, оценка? 5. Еще дали и варенье. Вот такое. Да это не варенье, это читай, там на банке написано. Мед, да, молодец. Бесплатно. Да. Бесплатно. Ну, такой вот да. Творог, сколько стоит 2 творога? Мне кажется, творог по 30 рублей по такой продается. Рублей, о, отлично, 5. Купила такой вот хлеб дедушке. Да. Дедушке. Какой там хлеб стоит? 5. Дедушке? Сколько стоит? Отлично. Сколько? Хлеб 5 стоит. Сколько стоит? Хлеб. Хлеб стоит, хлеб стоит, хлеб стоит. Вот так вот. Сколько? Так. Сколько? Наверное, 30 рублей. Да. 30 рублей. Оценка? 5. Купила еще помидоры. Сколько такие помидоры стоят? Помидоры стоят, дай посмотрю. Ну, ты не болтай, дай посмотрю, тут написано. Давай, говори, сам скажешь. 60. 5 рублей. Вот, отлично. Оценка? 5. 5. Купила еще такую туалет бумагу. Сколько такая бумага? Сколько рулон, сразу говори? 2. 5 рулонов. Нет, сразу 40. Говори. 4. 4 рулона. Сколько стоит? Сколько стоит? 50 рублей. 50 рублей. Оценка? 5. Купила такую ахаму рахат олхун. Клубничный. Сколько стоит? 100 рублей. 100 рублей. Оценка? 4. Купила такой вот творог. Творог. Да. Сколько стоит? 4. Сколько стоит? 40 рублей. 40 рублей. Оценка? 5. Давай скорее, то сейчас сядет. Вот такой вот сколько стоит? Сметана 70 рублей. Оценка? 5. Пиво быстрее, такое быстрее, двою. Быстрее, да, Даниссимо. 2. По 25 рублей. По 25 рублей. Оценка 5. Ну как бы все, как бы все, чай и все, как бы, мы